знали, что этот мир уже не будет прежним. Мне была интересна новая физика. А здесь что, ее не было? Разве в Беркли не лучшая кафедра теоретической физики? Да, ее создал я. Доктор Оппенгеймер, рад встрече. Оппенгеймер, да. Некоторые люди смеялись. Некоторые люди плакали. Теперь мне нужен директор проекта. И всплыло мое имя? Если мы взорвем атомную бомбу, то, возможно, цепная реакция уничтожит мир. Теперь я стал смертью. Почему вам не вручили Нобелевскую? А почему вы не генерал? После этого проекта стану. Возможно, и мне повезет. Нобелевская премия за бомбу? Альфред Нобель изобрел динамит. Сказать, что нажав эту кнопку, мы можем уничтожить весь мир? Шансы почти нулевые. Боялись начать цепную реакцию, которая уничтожит всю планету. Это и случилось. Теперь я стал смертью, разрушителем миров. Наверное, все мы так или иначе думали об этом.